Вот невероятный вариант Косутагари, выполняемый без захвата. Эта техника лучше всего работает против соперников в обоюдной стойке. Это версия Чона, левша против левши. Чон движется диагонально, правой рукой захватывает дальний рукав соперника, тянет его к себе. Затем он направляет свою левую руку сверху, одновременно зацепив внешнюю сторону ноги соперника. Человек, сделавший эту технику известной, корейский дзюдоист, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Ким Вон Джин. Тянет рукав, рука движется вокруг спины и цепляет ногу. Это отличная техника, выполняя которую, вы застанете своего соперника врасплох, и он не сможет ее предвидеть.